соответствии с программой обеспечения устойчивого и надежного электроснабжения потребителей Крымского региона Объединенной энергосистемы Украины в 2008-2011 годах специалистами Киевской энергетической строительной компании было выполнено. Перевод воздушной линии Симферополь-Севастополь на номинальное напряжение 330 кВт. Реконструкция противоаварийной автоматики на подстанциях Джанкой, Островская, Новокаховская, Бахчисарай, Феодосия, Красноперекопская, Титан. Сооружение радиомачты эксплуатационной связи воздушной линии на подстанции Бахчисарай. Основные виды работ в соответствии с проектом производились на подстанции Севастополь. Строительство новых ячеек распределительного устройства 330 кВ, в состав которых входят порталы, элегазовые включатели, трансформаторы тока и напряжения, а также разъединители. Установлен автотрансформатор 330-110-35 кВ с оборудованием инновационного шумозащитного экрана, разгрузочной площадки и путями его перекатки. Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ. Монтаж новых порталов, оборудование дополнительной ячейки, замена выключателей на элегазовые, трансформаторов тока и разъединителей. Реконструкция распределительного устройства 35 кВ с поэтапным выполнением работ без отключения потребителей. Замена устарелых трансформаторов на более современные. Монтаж дополнительных трансформаторов тока и ограничителей перенапряжения. Монтаж кабельного хозяйства. Строительство нового здания центрального пункта управления. Релейный зал, щит управления и телемеханики, различные системы обеспечения, строительство дизельной подстанции, сооружение новых зданий, предназначенных обеспечить нормальное функционирование подстанции, условия труда обслуживающего персонала, а также предупреждение и ликвидацию аварийных ситуаций, благоустройство территории. Кроме этого, воздушная линия Симферополь-Севастополь протяженностью более 60 километров была переведена на напряжение 330 кВ с заменой грозозащитного троса и отдельных опор. Оборудованы заходы воздушных линий Симферополь-Севастополь на соответствующее распределительное устройство 330 кВ. Заход воздушной линии 220 кВ Бахчисарай-Севастополь на распределительное устройство 220 кВ подстанции Севастополь. Смонтирована радиорелейную линию связи Симферопольские магистральные электросети. Радиоцентр Крымской энергосистемы. Подстанция Севастополь. Проложена оптиковолоконная кабельная линия связи Крымская энергосистема, Симферопольские магистральные электросети. Подстанция Севастополь – результат плодотворного сотрудничества Национальной энергетической компании «Укрэнерго», Киевской энергетической строительной компании и ее партнеров – энергетический объект европейского уровня.